Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет зарит ваш экран, а это значит, что у нас продолжается контроль. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Мы начинаем. Итак, нам надо найти маршал. Вот только где... Я прямо-таки хер его знает. Ух-ху-ху. Чертовщина какая-то. Так. Я так понимаю, надо топать к лифту. Отдел парапсихологии, говорите. Так. Говорится, куда бы, блядь, мне топать? Не, надо вернуться в централ. Если я правильно понял. Тыктц. Ну, здесь я, по крайней мере, говорю больше, чем в God of War. Хотя кинище все равно встречается. Так, отдел парапсихологии. Так, сектор исследований. Поехали! Или, как сказал бы один доктор, похуярили. Так. Я только что проебал 2 минуты непонятно на что, поэтому погнали дальше. Бум. Опа. I'm Dr. Casper Darling, head of research. Somebody thought this video would make for great internal communication. Так. Ну, хотел сказать, чуваки, а чего вы тут повисли? Ага, если только так вас сбивать, тварей. Заряди бы тебя в башняк. Ух ты ж, ёп. Парасоте. Да мне тут настреливают, знаете ли. Чуваков с ракетницами не хватало. Так, для полноты картинки, блядь. Так. Подходи по одному, пиздюки. Так. И, опа. Опа.
Идите сюда, сволочи. Готов. Так. Блин, хедшотами ему наваливать не очень удобно. А тебя я подловлю скамейкой. Так, этот высох. Наконец-то я его пристрелил. А, еще ты остался. Далеко собрался. Ты глянь, у этих сволочей еще и снайперы есть. Вот чего не ждал, того не ждал. Сволочи, ладно. Так. Получается, куда-то туда мне надо, нет? Так, офис Дарлинга и Dimensional Research некоторые. Память о тех среди нас, кто коснулся основ этого мира и увидел их. Хуй знает, как привести, твердыми, что ли? О. Воровство документов. Карта еще такая ебанутая. Ладно. Так, отдел парапсихологии где-то там. Ой. Так, спуск в какую-то лабу, говоришь. Ну окей. Poets of the Fall. Козырно. Надо послушать. Безоховая камера. Текст песни. Лови пасхалочку. Так, ладно, поднимаемся выше. Так, лап 2, лап 3. Какая-то трава, блядь. Так, лифта я точно здесь не дождусь. Так что мне сюда. Так, точка контроля. Вроде бы. Или хуй? Нет. Я чё, вернулся? Мадафака. Так. Отдел парапсихологии где-то там. Нет, там. Так, не сюда. Все стены по рэпу.
А вот мелкие куски заражения можно спокойно отстреливать из пистолетика. Марик съеживается. Есть контакт. Да ладно. Ёб ту мать. Блять. Угу. Так хочется самому себе сказать, а сейчас. Суко. О, а чего тут зависли? Эй, гали-гали. Ну чё, кто хочет в гычу огнетушителем поймать, а? И мне нравится углекислота, а? Плохо в этой штуке то, что приходится... Сволочи отстреливать с близкого расстояния, а в остальном... Сейчас пиздану тележкой. Пум. Там. Естественно, мой любимый трюк. Запидались ко мне в череп. Огнетушителем. Так. Зомби схавали соседей. Так. Схватил пес. Ты хочешь сказать, ты чё, пес? Блять, ракетчик. Да. Да, стреляю, может быть, не убер точно. Но вот залепись кому-нибудь доской, это я завсегда. Так, отдел парапсихологии, говорите, открывается тут. Да как душу... Кончитесь-то, а? Чисто так, качество вишенки на торте, я понял, да? Вот собойки. Ты глянь на них. Тык. Парапсихологии. Отдел парапсихологии там? Бать, я дебил, а? Паракинезиологи, так. Отдел парапсихологии находится вон там, за изменившимися кирпичами. Значит, надо идти дальше, как я понял, обходить. Так. Вариантов, кроме как сюда, у меня нет. Спереть документ. Еще какое-то кинище. Так, есть варик подняться. Хэ. Уяся. Ну чё, псы, пошумим. А, точно, чёрный объект, это ж не это самое. Не очень-то уязвимо. Ну так, прощальный подарочек. Собачье мясо.
Ага. Ох ты ж ебт. Эта штука за мной бегает. Ой, бля. Херася. Угу. Половину хп мне отгрыз, урод. Так, а ну сзади. Господи, оно крушит все, что видит. О, а ты что тут зависла? Зачем-то же эти энергокубики нужны, правильно? Не просто ж так они тут разбросаны. Блять, оно идет сюда. Так, я что-то немножко не догоняю, зачем был сделан вот этот переход? Так, а здесь-то уебывать некуда. Я могу выигрывать только за счет чистой скорости. Получилось. Так, где оно? Вон оно. На писюн намотано. Все прох. Кьюжина. Там где-то был проход, получается. Я, по идее, туда. Но, сука, как? Все вообще вещает о том, что мне надо как-то пробраться туда. В бок. А какого-то прямого прохода у меня там нет. Просто высадить стекло мне это не поможет. Там... Блять, как бы так сказать-то помягче. Оно бронированное, там сетки. И хер бы я его высадил. Значит, мне надо что-то сотворить с этой штукой. Но чё хер бы его разобрал? А вот эта дурь к чему идет?
Так, ладно, посмотрим, что у меня по модам. Сбежал предмет силы. Карусельная лошадка. Прикольно. Да-да-да-да-да-да-да, так. О, про механического бога мы уже видели. Так. Моды оружия, так, хватка. Усиление дамаги. Энергия западания. Так. Больше откат ХП. Энергия 6%, скорость установлена, так. Стоимость уклонения 8, 9, 12%. Так, 7, 9, 9. Так, это нахер. Так, 35, 20 плюсом здоровья, ништяк. Так, вроде бы все мудро разгреб. Ништяча. Так, ладно. Пошел, я думаю, что делать с этим дальше. А вам спасибо за то, что смотрели. Луис, пиписька. До свидания. Увидимся в следующий раз.